28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек. Депутаты окружного совета от фракции «Единая Россия» Татьяна Одинцова и Нина Гинтова посетили клуб «Активное долголетие». В этот день для участников клуба проходил мастер-класс по рисованию. Всего здесь реализуется 19 активностей. Как отметил Андрей Иванов, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», за год количество участников программы в округе выросло в 3 раза – до 9500 человек. Большим спросом пользуются экскурсии. С января было организовано 69 выездов. Самые востребованные направления – парк «Патриот» в Кубинке, Сергиев Посад, Коломна, Звенигород, Истра, Нарфоминск.